МИД Азербайджана назвал заявление Евросоюза предвзятым, оторванным от реальности и ложным. Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном важна для региональной стабильности, заявила Захарова. Тегеран исключает диверсию против вертолета «Раиси». Был опубликован второй отчет об авиакатастрофе. В Иране началась регистрация кандидатов в президенты. Закон Грузии несовместим с ценностями и принципами Европейского Союза, заявило Министерство иностранных дел Франции. Москва открыта для диалога по Украине, заявил Лавров. Украина сообщила о массированном ночном нападении с российской стороны. Сахал взял под контроль Филадельфийский коридор на границе Египта и Газы. Парламент Великобритании был распущен в преддверии внеочередных выборов. Наводнение в Бангладеше и Индии. Эвакуирован 1 миллион человек. Есть погибшие и пропавшие без вести.